Вот это здание напротив ЖД вокзала начали возводить еще задолго до Олимпиады, но не достроили до сих пор. Объект последние годы стоит в замороженном состоянии, меняют только закрывающий стройку баннер. Одно время даже рассматривался вариант о сносе строения. У застройщика было немало проблем, в том числе и с финансированием объекта. Действительно, стоял недострой долгое время. Были проблемы с финансированием, были проблемы юридического характера у застройщика. На данный момент все эти проблемы решены. По откорректированной проектной документации получено разрешение на строительство. То есть сейчас они его будут достраивать. Многоэтажное здание застройщик превратит в торговый центр. Строительство будут вести в существующих параметрах. Закончить планируют до конца года.